Сегодня я вам покажу комплекс упражнений для повышения быстрой силы ваших ударов. Левая или правая нога впереди, руки перед собой. Всем привет! Меня зовут Лилия Дурнева, я заслуженный мастер спорта Украины по боксу, и сегодня я вам покажу комплекс упражнений для повышения быстрой силы ваших ударов. Этот комплекс вы можете выполнять в домашних условиях, он не требует никакого специального оборудования. 4 упражнения составляют один круг, и этих кругов может быть у вас от 2 до 6, в зависимости от уровня вашей подготовленности. И между упражнениями отдыха у нас нет. Мы переходим от упражнения к упражнению. Отдых у нас будет после того, как мы выполним 4 упражнения. Этот комплекс вы можете выполнять как полноценную тренировку после разминки. Также вы можете выполнять этот комплекс в конце вашей основной тренировки. Итак, первое упражнение нашего круга. Становимся в упор лежа на ладошки. И начинаем выпрыгивать вверх, немножко перед этим сгибая руки в локтевой сустав. Выталкиваемся вверх руками и ногами. Выполняем это упражнение 30 секунд. И переходим сразу к следующему упражнению. Следующее упражнение — морпех. Становимся в исходное положение. Левая или правая нога впереди, руки перед собой. Колено не вываливается. И меняем положение в прыжке. Выполняем это упражнение также 30 секунд, после которого сразу переходим к третьему упражнению. Становимся в упор лежа, теперь уже на кулаки, на полную часть кулаков. Вот сюда, вторая, третья головки пястных костей. Кулаки должны находиться под вашими плечами. Упор лежа, живот стянули, туловище зафиксировали. Приподнимаем руку и разгоняем кулак вниз. Кулак должен быть сжат максимально. Жесткое запястье у вас должно быть при выполнении данного упражнения. Это упражнение мы также выполняем 30 секунд и переходим к четвертому упражнению нашего круга. Это упражнение простое, называется прыжки в высоту. Ноги немножко уже плеч. Переходим с пятки на носок и выталкиваемся максимально вверх, срабатывая стопами. Можно помогать себе руками для того, чтобы подняться в прыжке как можно выше. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал и следите за нашими обновлениями.